Водители в состоянии алкогольного опьянения являются одними из самых опасных участников дорожного движения. И, к сожалению, страдают от таких горе-автомобилистов другие участники движения. Сегодня утром трагедия случилась на улице Новоселов. Легковой автомобиль «Шевроле Лачетти» въехал в людей на остановке, а затем в торговую палатку. По данным дорожных инспекторов, в аварии пострадали три женщины, находившиеся на остановке. Одна погибла, одна находится в тяжелом состоянии, одна получила легкие травмы. Так, и что произошло? Ну что, разогнался очень сильно. Ага. И справился с управлением. В районе остановки Шереметьево водитель потерял управление над автомобилем и совершил касательное столкновение с автомобилем Renault Logan такси, который стоял в районе остановки Шереметьево. После столкновения водитель «Шевроле Лачетти» совершил наезд на троих пешеходов, которые ожидали общественный транспорт на остановке. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия инспекторы ДПС установили, что водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При освидетельствовании алкотестер показал 1,19 промилле. Дорожное движение, как правило, не прощает и невнимательных водителей. От этого недуга могут пострадать все участники движения. Особенно опасно, когда маневр не рассчитывают водители большегрузов. 13 мая примерно в 15:50 на 293-м километре дороги Москва-Астрахань на территории Орежского района произошло столкновение шести автомобилей. Водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом, который двигался со стороны Москвы в сторону Тамбова, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, вследствие чего, когда ехавшие впереди него автомобили притормозили, он совершил столкновение с автомобилем УАЗ-2114 и далее по цепочке. Несомненно, что все больше автомобилистов предпочитают садиться за руль в адекватном состоянии, но все же остаются любители пьяного и невнимательного вождения. Остается только надеяться, что в будущем наши водители будут строже соблюдать элементарные правила безопасности на дороге. Секундное промедление, и пострадает не только имущество, но и здоровье пассажиров, пешеходов, да и других водителей.